Всем привет! Меня зовут Егор, и это мой видеоблог. И я сегодня решил спрашивать моим друзьям, что для них означает слово «новое». Вот сейчас посмотрим. Слово «новое» — это что-то необычное, чего еще не было, что-то... Хочется сказать что-то новое, но... То, чего не было, и что приносит новые эмоции и ощущения. Что-то, что еще не испробовано. Да? Ладно, ты даже отвечай. Егор, что ты мне спущаешь? Ты это вставишь, да? Ты это вставишь, я понимаю. Все. Новое? В смысле новое? Новый год или как? Ну, Новый год, да, но что-то слово новое для тебя означает. Новое? Честно, я никогда об этом еще не задумывалась. Почему? Никогда не поздно, я еще об этом задумываюсь. Что-то, что не было до того. Ну, новое – это то, что я не испробовал. Ты лучше меня сказала. Новое – это что-то... Что-то новое. Новое. Знаете, что для меня все новое? Все, что? О, ты новый iPhone купил? Все, я ответила. New means a fresh start. It's a beginning. It's a chance to do over. And to start a fresh perspective. To let go of the past. The word new means something, exploring something I've never seen before. Or... if you take something material, something that's never have been invented before, an innovation that's never seen before, yeah. But for me, the word new means, in the first place, something I've never seen before, something that excites me, and something that is just overwhelming and, yeah, just as okay. The city of Riga right now. Okay, thank you. Bye. Have a good day. Вопрос, что для вас означает новое, был еще на английском. И если вы не понимаете английский язык, пожалуйста, выучите английский язык. Это мой совет. Это новая возможность для вас выучить английский язык. Я могу говорить? Да. Значит, в нашей стране новое означает что-то достичь роста вперед, в смысле финансирования. Ну, если позволяет карман, значит, ты позволяешь себе новое. Если это нет, значит, новое позволить себе не можешь. Естественно, рост куда-то выше, к чему-то, к технологиям, к дому, к благополучию, к машине и так далее. Спасибо, что ответили. Спасибо. Спасибо. Новая жизнь. Ну, начинание какое-то, что-то, чего не было раньше. Новое – это что-то, чего я не знал. Жил без этого, а теперь узнал. Вот видишь, и что-то в другом свете предстало передо мной. Знание новое. Откуда ты? Команда идиотов. Да? Новое. Смотря тоже, что новое. Новое, без разницы, что новое. Не знаю, ну вот у нас... Наше кафе новое. Оно новое полностью здесь, по всей Латвии наше. Оно всем, можно сказать, новое, потому что оно по ценовой политике полностью, ценовая политика у нас сломана. У нас мало у кого есть такая бутербродная позиция, как тоже. Это тоже новое, я считаю. Ну вот, как наше кафе, это новое. Всем привет! И мне задали вопрос, что значит для меня слово «новое». Я так подумал, постоял, там посмотрел небеса, там вспомнил друзей всяких, вспомнил Новый год, разумеется, и понял, что слово «новое» означает движение, означает изменение какое-то. Так что, ну вот, смотрите, вот если я тут стою, да, как я уже стоял, оно не может оставаться новым, потому что я тут уже стоял, но если я наступлю сюда, то это что-то новое.
Выходит, произошло изменение. Если нет изменений, не может произойти ничего нового. Так что, ребята, если вы занимаетесь чем-то постоянно тем же самым, но хотите, чтобы в жизни что-то изменилось, чтобы стало лучше, чтобы вы достигли успеха, чтобы стало интереснее, чтобы вы стали счастливыми, а сейчас вы несчастливы, то просто начните что-то делать по-другому. Сделайте движение в сторону, что-то поменяйте, пересмотрите, подумайте как. И ищите нового, потому что чем больше нового, и если вы не будете привыкать к тому, что вы и так постоянно делаете, тем жизнь интересней, и тем больше вероятности, что вы будете счастливы. Всем пока! Друзья, спасибо, что смотрели мой видеоблог. Если вам понравилось, ставьте лайк и поделитесь со своими друзьями. И если вы не подписаны на мой YouTube канал, пожалуйста, подпишитесь. Всего самого лучшего. Спасибо еще раз. Пока.